Разгорается в тесной печурке огонь. На поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Пристальный, неравнодушный взгляд в лицо. Вот как можно было бы очень коротко охарактеризовать выставку картин художника Андрея Дроздова, которая экспонируется сейчас в залах Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. За этим пытливым взглядом молодого еще мастера стоит очень многое. Например, попытка осознать судьбу художника. Ведь не случайно в его триптихе, который стал центром экспозиции, можно увидеть портреты великих живописцев Николая Ге и Рембрандта ван Рейна. Не случайно и присутствие в одной из работ Дроздова автопортрета Ван Гога и книга с Рембрандтом в автопортрете самого Андрея. Вообще, среди представленных на выставке работ довольно много автопортретов. И наверняка это не примитивное самолюбование художника, а попытка через автопортрет осознать собственную судьбу. Соотнести ее с судьбой своих близких, как в портрете отца. Соотнести с судьбой своего народа. Слово «реализм» не очень люблю, потому что, знаете, под этим словом иногда понимают совсем не те вещи. Но вот именно вот это здоровая, хорошая, традиционная живопись. Это здорово. С необыкновенной энергией, напором. И в первую очередь мыслью. Содержанием. То, чего сегодня нам всем очень не хватает. Более того, мне кажется, для наших студентов это очень-очень хороший урок. Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время и приехали на выставку, что поддержали. И мне хочется поблагодарить Сергея Николаевича Андреяку. Спасибо вам большое.